Неделя остается до подведения итогов фотоконкурса, посвященного природе Сегежа. Организовал конкурс лесопромышленный холдинг «Сегежа Групп» при поддержке Министерства культуры Республики. Цель – привлечь внимание к природе и архитектуре родного края, а также напомнить о необходимости бережного к нему отношения. Участники должны быть старше 14 лет и проживать в Сегеже. Победителей определят в трех номинациях – животный мир, природа родного края и архитектурная съемка. Их ждут денежные призы.